Сегодня для них это уже почти рутина. Председатель партии пиратов Себастьян Нерц и его соратники на пресс-конференции в Берлине. Однако именно политическая рутина для партии пиратов – палка о двух концах. С одной стороны, условно назовем их пираты, хотят стать частью политического истеблишмента страны, с другой – отличаться от всех остальных. Становиться заложником рутины в политике проблематично, потому что ты начинаешь мыслить штампами. Надеюсь, что мы этого делать не будем. В сентябре 2011 года на выборах в земельный парламент Берлина партия пиратов произвела сенсацию, набрав сходу 9% голосов. С тех пор ее популярность только растет. Хотя тематический спектр партии пока не столь широк. Это прозрачность политического процесса, гражданские права и интернет. Что касается таких тем, как кризис евро или внешняя политика, тут пираты дают себе время подумать. Мы честно признаемся, что над ответами на эти вопросы мы пока работаем. Я думаю, что это лучше, чем решать что-то в торопях, а потом самих же себя исправлять. В нынешнем 2012 году пираты собираются прочно обосноваться в партийном ландшафте Германии. В мае они поборются за места в земельном парламенте в Шлезвиг-Гольштейне. Ну а там, в 2013 году, и выборы в Бундестаг не за горами.